Добрый день. Сегодня 30 мая. Прибыла гуманитарная помощь со Ставропольского края от волонтеров. Народ и армия едина. Сейчас производится первая доставка груза. Сейчас будем вести вторую. У нас тут вещи, продуктовые наборы, школьные принадлежности, сладости, Постельное. постельное деткам, обувь. Да вот сейчас остальными привезем вещи. Все. Первая гуманитарная помощь. Сейчас будем ехать за второй. Это школа-интернат для деток. 30 мая мы довезли вторую часть гуманитарной помощи. Тут остались у нас вещи и консервация. Вот, в принципе, все. Мы благодарим волонтеров «Народ и армия едины» и волонтер 26 из Ставропольского края за то, что помогают Енакиевской школе-интернату номер 30. Вот. Пока все. Помидоры лишние. Так, ну вот это соленье. На столовую отнесем. Девчата пусть приходят, забирают. Ну все, пошли. Народ и армия едины. С большой благодарностью от нашей школы, от наших детей. Мы благодарим за заботу о наших детях. Это в данный момент очень актуально и трогательно. Спасибо большое.